Иж-54 – это очень популярное ружье, завоевавшее любовь у многих охотников от советского периода по сегодняшний день. Данная двустволка серийно производилась на Ижевском механическом заводе с 1954 по 1970 годы. Ружье проявило себя как надежное и практичное оружие. Это позволяет ему пользоваться достаточным спросом как у опытных охотников, так и у новичков. Иж-54 является советской двустволкой, которая вывела оружейный завод на новый уровень. Оно стало первым советским охотничьим оружием подобного типа, которое успешно продавалось за границей. Хотя в СССР Иж-54 стоило очень дорого по сравнению с другими моделями охотничьего оружия, но они пользовались неизменным спросом. Ружье выпускалось в 12-м калибре, хотя очень редко попадаются ружья 16-го и 20-го калибра, выпущенные небольшими партиями.